нас было обещано сдать ремонт нашей улицы Карла Либкнехта, которая находится на Корабельной стороне, к 20 апреля. Извините, сегодня уже 2 мая, а у нас, как говорится, и конь не валялся. О том, что подрядчик уложится в сроки, севастопольцам пообещал сам губернатор Дмитрий Овсянников. Однако не сложилось. Возможно, потому, что губернатор с проверкой посетил улицу Карла Либкнехта 1 апреля. В день смеха представитель подрядной организации «Доринвест Крым» убедил главу города, что дорога готова на 70%. В эфире правительственного телеканала XTV Дмитрий Овсянников обязал строителей завершить ремонт к 20 апреля. В данном случае тоже не обошлось без небольших инцидентов, но я поставил задачу, чтобы шли оперативно на устранение всех недостатков и сдали вовремя дорогу. Люди жалуются, что в последний раз рабочие появились здесь 24 апреля. Потом строительную технику увезли, и больше на объекте никто не появлялся. Открытые колодцы, щебенка на тротуарах, заблокированные выезды из домов. Больше половины дороги вообще не готова к укладке асфальта. В таком состоянии объект стоит уже 2 недели. Севастопольцы попытались самостоятельно выяснить, куда ушел подрядчик и когда ремонт возобновят. В апреле месяце рабочих уменьшилось. Потом приехал наш губернатор, посмотрел, сказал, что есть трудности, и сказал, ну, надеюсь, что мы все сдадим в срок. Срок – апрель месяц, до конца, значит, апреля. После этого через неделю сразу были сняты все рабочие и вся техника. На вопрос наш, почему вы уезжаете, почему технику увозите, ответили, нас переводят на Тавриду. Трассу. Нужно к маю все закончить. Севастопольцы направили коллективное обращение губернатору города и президенту России с просьбой отреагировать на проблему. Редакция телеканала НТС направит запрос в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, чтобы выяснить, почему подрядчик бросил объект, не закончив ремонт. Бордюры высоченные, не заехать. Может быть, это еще и не закончено, мы не знаем. Асфальт, тротуар, который засыпан щебенкой, мы, получается, делаем массаж своих ступней. Как можно ходить по камешкам с больными, тем более ногами? Спасибо за неудобство. Дарья Юхновская, Дмитрий Лелека, Севинформбюро.